Всем здорово, ребят, меня зовут Душный. Сегодня, короче, такой видос, я не знаю, он получится, не получится, и вообще добавлю я его или не добавлю на канал, но в общем, короче говоря, я сегодня хочу проверить облачный гейминг, так как у меня некоторые проблемки с моим компом, и стримить CS-ку я прям в охеренном качестве не могу, приходится там везде качество урезать, обрезать и задавливать в задницу. Мне вот интересно, кстати, могу ли я воспользоваться полноценно этим облачным геймингом для того, чтобы как минимум качественно стримить CS-ку, скажем так. Вот, сейчас подойдет, по идее, моя очередь, я пока не оформлял подписку. Интересно, на что способно это дерьмо. И, кстати, подписывайтесь на ТГ-канал, он в описании, в закрепленном комментарии. Я там буду разыгрывать скинчики, возможно. И также на стримах мы будем наводить суету некоторую. Так, надо зайти в профиль Steam, между прочим. Заходим. Окей. О, боже, Steam Quart. Господи, чего только нету. Мне иной раз кажется, что все это дерьмо, вот сверхзащита, которая создает. Понимаю. Которая создает только проблемы самим пользователям своих аккаунтов. А тем, кто взламывает аккаунты, типа тем, по-моему, вообще в целом плевать. Они их взламывают все равно без проблем. Почему-то. А в чем ошибка-то? Все же нормально. Сейчас будет смешно, если я начал это все записывать, а в итоге даже не зайду сюда. А нет, походу зайду. Найс, друзьяшки. И все? Что мне делать? А как мне играть? А, это она так запускается? Блять. Странненько, блять. Ладно. Ой-ой-ой. Первый запуск. Ой, я уже слышу, что здесь заново надо делать настройки. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, господи. Боже. О боже. Так, ладненько, стерео наушники. Окей. Так, по настройкам чё? Ой-ой-ой, все включено тут, короче. Ай, уй, блядь, прям. Блядь, почему это так всегда? Господи. Так, пока... А, сенса... Ой, блядь, я не помню, какая у меня сенса была, по-моему. По-моему, что-то такое пока что. Окей. Так, попробовать на... Попробовать на этих настройках поиграть. Все высоко, короче. Все включено, вот такие настроечки. Давай, давай, давай. Бля, мне интересно, как лучше. Сразу в напарнике? Да пофиг. Давайте в напарнике. Ой, консолька.
Так, смотрим нагрузочку карты. Карта нагружена у меня на 31%. И OBS нагружает на 68%. По идее, в хорошем качестве снимаем. Сейчас посмотрим. То есть нагрузочка на видеокарту от облачного гейминга все равно есть, присутствует. Причем довольно-таки, блядь, неплохая. 30%. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, на FPS, ребята, 340 FPS сюда, на максимальных настройках. Так, а в игре пинг. Пинг неплохой, кстати. В целом, как и у меня. Короче, под 400 FPS. Мышка как-то странно работает. Какая-то задержка в чувствительности есть. Небольшая, такая неприятненькая. Сенсу надо больше сделать, тогда получается. Чуть-чуть, конечно, не так, как у себя на компьютере, как будто бы. Так, первый килл, блядь. Слушайте, ну пинг даже лучше, чем у меня обычно бывает. Между прочим. И это на максималочках. Видеокарта также загружена на 30% от облачного гейминга. Немножко вот управление мышкой неприятненькое. Как будто сенса все равно не та, которую я поставил. Привыкнуть надо. Да, с пистолета вообще нереально работать. Ой. С пистолета нереально работать. Очень странно. Очень странное управление. Если честно, отличается от своего. Но это, я думаю, дело привычки. FPS почему-то упало с 400 на 200-300. Странно. Ну да ладно. Блять. Как обычно. О, опять 350. У меня на компе, кстати, стабильно FPS всегда держится. А здесь почему-то просяды какие-то. Воу! Чего? Чего? К управлению нужно привыкать. Это 100%, я сразу говорю. Управление слишком какое-то плавное, неадекватное. То есть, блять, как будто бы... Странно, в общем, не знаю, как это объяснить. Но как будто...
будто бы нету такой четкости движения, типа. Давай, дружище, вывози эту каточку. Вывози это дерьмо, блядь, брать их. Ну, в целом, ради того, чтобы, типа, нормально проводить стримы и стримить КС-ку в хорошем качестве, типа, оно того стоит, на самом деле. К вот этому управлению мягкому, типа, можно привыкнуть, на самом деле, я думаю. Просто как-то вот нереально плавно все. Офигеть, со спины не убил. Это я. Очень приятно познакомиться, блядь. Так, а чё купить-то? А, давай, ФАМАС. Типа, с первой катки нереально здесь играть, если честно. Очень тяжело. Найс. Блять, что? Боже мой. Бля, как же это тупо было. Ладно, давайте так. Первый раз в облачный гейминг. Здесь немножко по-другому ощущается мышка. Я недавно только проснулся. Поспал 2 часа за 4 суток. Все, я оправдан. Я оправдался, я считаю. Хорош. Бля, как же все, блять, странно. Мышка вообще ощущается очень странно. Зачем? Ладно. Блять, очень непривычно. К этому нужно привыкнуть. Все очень плавно. Неестественно плавно, блядь. Очень странно. Блядь. А кстати, в чем отличие? Вот сейчас настройки на максималке.
А типа, блядь, я не вижу разницы. Типа, все так же, как на, блядь, в обычных настройках. Интересно, типа, если качество, типа, на низкие поставить, как все играют. FPS изменится. Я вам так скажу. Если сейчас я это запишу, еще проверю, что на АБС-ке было качественно, как и должно было быть, то типа оно того стоит 100%. Непривычно. Блять. Как будто вот какая-то неточность в сенсе. Как будто бы очень странно. К этому дерьму нужно привыкнуть 100%. Если к этому привыкнуть, то можно достойно охеренно играть. Типа FPS, типа ответка сервера, смотрите, 0.3-0.4 миллисекунды. Пинг 40, там 43. Ну, типа, блять. Это охеренно. Я вам так скажу. Чтобы вы понимали. У меня пинг бывает в среднем. Типа вот такой у меня бывает прям в праздничные дни, я не знаю. Это, типа для меня это праздник. В среднем у меня типа 50-60 держится. Последнее время по ночам играю, доходит до 90. Ну типа, если это стабильный пинг для этого облачного гейминга 40, то это вообще просто unreal, как круто. Бля. Очень медленно, непривычно. Ты вообще что такое? Не могу. Причем я понимаю головой, что медленно, что надо типа двигаться быстрее и так далее, но при этом это так, как бы, блядь, не просто сразу переучить свои руки. Очень странно. Но в целом, 7 киллов у челика со мной, который играет 6 киллов. Типа, ну. А, ну этого чела еще и звание, типа, повыше, чем у нас. Хотя этот вообще лейтенант 22-го. Ну ладно. Короче, что я могу сказать? Круто. В целом можно играть. Заметьте, я играл на максимальных настройках. Вот они. И очень достойно играл в целом. Учитывая, что типа я поспал 2 часа всего лишь за четверо суток. Учитывая, что я играю первый раз в этот облачный гейминг. И есть небольшие различия с обычным геймингом. То есть я свою мышку не ощущаю так, как ее всегда ощущаю.
какая-то она слишком плавная, типа, независимо от сенсы. Вот. Вот это в целом все, что в целом я могу сказать. И сейчас вот единственное, что я посмотрю, именно как записала моя ОБС-ка, это все, если она записала качественно, то типа облачный гейминг на данный момент это для меня реально. Типа, чтобы не нагружать свою видеокарту, чтобы можно было стримить спокойно, в хорошем качестве. Потому что не хочу я вот эти вот кубики, квадратики, это все дичь, конечно, неприятная. Вот. Сами можете сделать вывод, потому что сейчас я посмотреть это могу только после того, как вырублю эту запись, а вы уже как бы поняли, что все хорошо. Короче, подписывайтесь на этот канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь в целом на все ссылочки, которые будут в закрепленном комментарии. Если что, там будут у нас стримы, там будут у нас потом соревнования по КС-ке. Короче, будем суету наводить потихоньку, но это туда дальше, чуть-чуть в будущем. А пока просто подпишитесь, чтобы не просрать момент, как говорится. С вами был Душный. До скорого, получается. Всем пока. Пока. Пока-пока.